Станция Черкизова. Но только он немножко перестроен. А так он был построен в начале 20 века. 5-7 года. Да. А проект архитектора Померанцева. Надо, я приехал. Я натворился здесь по углам. Да, ну и так, мне кажется. У меня пальцы задубили, я не могу. Ярко Борис Евгеньевич. Нет, конечно, что... А, нет? Дерево, Малинин дерево. А куда же Борис Евгеньевич ели? Конечно. Он, оказывается, просто подрежки из друзей. Он просто ощутил. Но он не возник в дереве. Он был настроен, только никто не может толком сказать, что здесь все-таки было настроено, а что оригинально. Так, будет мешок. Я бы собрал все стекла, которые есть на лестнице. Да ладно, давайте там... Нет, вот этот мешок. Давайте те мешки заберем сначала. Больше поражает то, что он сохранялся в оригинальном виде до 90-х годов. То есть он был настроен, то последние 20 лет его исказил кусок. Почти дошел до нас. Чай, может, пьем? И что мы делаем? Надо что-то еще загружать. Довольны друг другу. Да,